Катярина Наумавец прийшла у соцоборону у жнівні. Після закінчення Гомельського державного університету ім'я Франциска Скорини отримала розміркування на район. Працює у Будокошельовському територіальному центрі соцобслуговування. Займаюся многодітними, я видаю удостовірення. И также работаю с домашним насилием в семье, занимаюсь соцрасследованием. Мне нравится, в принципе, помогать людям, поэтому это очень подходящая для меня работа. Я человек гуманитарий, и мне важно общаться с людьми. Клятва професії – тільки один з пунктів насиченої програми форуму. Так, вопитні молоді представники галіни прийняли уділ у відкритому діалогу з експертами під назвою «Єсть така професія». Серед запрошених спікерів – представники улади, церкви і депутатського корпусу. Формат мероприятия позволил нам задать актуальные и волнующие вопросы, поделиться мнениями и высказать предложения о дальнейшем развитии как молодежной политики, так и социальной защиты. Я нашла здесь немало единомышленников, которые поддерживают мою позицию. Сегодня очень важно популяризировать работу социального работника, так как социальный работник и молодое, и старшего поколения – это бесценный труд, который нужен нашим людям, которые прикованы к постели, которые ждут в интернатных учреждениях. И сегодня мы в преддверии праздника народного единства полагаем, что это все послужит только скреплению наших служб, нашому взаємодійству і, звісно, соціальному партнерству. Усього дискусійна пляцовка Центру інклюзивної культури зібрала на своїй базі каля 200 слухачів з усієї області. Перше у своїм розі подобне мероприємство приміркувано до значної дати у історії нашої держави – Дня народного одинства. Для того, щоб очередний раз молодому поколінню напомнити о том, що, як важливо, на самом деле, пам'ятати історію, так, нашу культуру. Я думаю, така пам'ятна дата, і ми неспроста її вибрали і, собственно, готувалися іменно к 17 сентября. Эти форумы должны проходить всегда, но особо когда День народного единства, мы должны показать ту работу, которая делается сегодня среди населения. И делают и социальные центры, и церковь, и другие многие центры, которые сегодня все вместе расскажут и покажут. И наметь какие-то другие планы на дальнейшее, потому что сегодня общество часто нуждается в нашей помощи. Сегодня в социальной обороне в области працюет больше за 6 тысяч человек. Штогод система комитета пополняется молодыми специалистами. Менавіта яны будучыня гэтай паправді народной и необходимой сегодня профессии, якая дорыць увагу и клопот тым, кому яны моцна потребны. Олеся Заяц, Владислава Супруновская, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».